никуда ничего не двигается, все это не возвращают. Суды есть, а толку нет. 8 раз, наверное, суды были, а ничего не решают. Ага, вот сегодня вы решили выйти на пикет. К кому непосредственно вы хотите обратиться, чье внимание обратить, внимание на ситуацию? Ну, здесь должен быть самый этот губернатор, прокуратура. Нас очень много, если точно я данные не знаю, но где-то 850 человек. А сегодня пикеты 8 человек, я знаю. Может, еще придут? Мы с мужем положили по 150 тысяч. На смерть положили. Думали, заработаем деньги, хоть нас похороним с почетом, дети. Вот лежал у нас, и 2 года мы вот уже ходим, добиваемся. Ну, говорят, что толку нет. Мне бы хотелось, чтобы на нас обратил внимание губернатор. Он новый человек, умный человек. И он, если увидит, он, по-моему, окажет помощь. А потом же, она же не только Оренбург, она же в других городах. Вот сейчас объединяет и другие города. Ну, собственно говоря, следователи не врубят. Встречают вежливо, улыбаются. Ну, обзывают нас, конечно, что мы не верим. Наверное, мы так привыкли жить, верили. Уже время умирать, а денег нет. Это что ж нас, из-за моей глупой ошибки должна дочь собрать последние копейки, занять и похоронить нас. Нам же по 80 лет. А мы решили подзаработать. Знаете, Бог ее накажет. Я ей ничего не хочу пожелать. Главное вернуть деньги, а ее и Бог и так накажет. Вы знаете, у нас не было детства. Война отняла. А старость отнимает вот такие, как наши вот это. Но мы живем 80 лет, прожили. А они не проживают почему-то 80 лет. Но чужие деньги долго не проживешь.